Вениамин Кондратьев получил награду в Кремле. Глава региона удостоен ордена за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную службу. Губернатор заметил, что награда – это высокая оценка деятельности всего края и стимул для дальнейшей работы на развитие Кубани, чье будущее в руках нынешних школьников, которых Вениамин Кондратьев поздравил с последним звонком. Я хотел бы сказать в первую очередь слова поздравления выпускникам нашего края, для которых сегодня в жизни прозвучал их последний школьный звонок. Но это последний звонок в школьной жизни. И этот же звонок – начало их большой самостоятельной жизни, того огромного пути, который в жизни предстоит пройти. Я хочу им пожелать, чтобы они верили в себя, чтобы они верили в наш край, в нашу страну. В их руках будущее, большое будущее и нашего региона, и нашей страны.